телефон, наушники и банковская карта. Брюнетки. Город воплощения мечты. В детстве я любил комиксы, особенно Человека-паука. И я помню, когда я играл в футбол, я проглотил комар. И я думал, что я превращусь в Человека-комара. Наверное, это бесить людей, злить, играть на нервы. Тюку, занеси бумагу, отвеску. Ну, то, что я стал артистом, наверное. Ну, чтобы вкусно готовила, была заботлива и всегда соблюдала чистоту. Чтобы он работал и всегда уделял время к семье. Наверное, видеоблогингом, или я закончил на электрика. Не знаю, отключал бы всем свет. Я бы, наверное, хотел бы остановить время, ну, когда я не успеваю в это время пользоваться этим. Это когда все идет по плану, когда все расписано, я просыпаюсь, слежу по графику и вот как-то так. Возможно, это был бы Тупак либо Джексон. 1+1. Богатый папа или бедная папа? Король Лев. Наверное, этот 50 Cent. Отрал. Донер. Эй, ты, да-да, ты очень красивая. LA. Бишкек. Это все, что у меня есть святое на этой планете. Кажется, что легко, но на самом деле это все очень сложно. Но когда ты это делаешь, она легкая. Что? Я сломал мозг. Получается, я до пения занимался танцами, и когда я учился в 5-6 классе, я выступал на свадьбах, на тоях, и тогда я получил свои первые 10 тысяч дней. Приезжай побыстрее в Алмату. О, что одеть? Ну, иногда бывает, что я пишу шутки для себя. Самое главное — быть самим собой, не преувеличивать и говорить все так, как есть в твоей жизни. Жертвы тиски арабклет.